Друзья, вашему вниманию новое портмоне компактное. Показываю, как оно разлаживается. Таким образом, тут три отделения под карты. 1, 2, 3. И вот под купюры. Вот такое. Видите, да, портмоне? Ручная работа, как обычно. Натуральная кожа. Владимир Клушин. Уже знаете, работает таким образом. Вот карточка вставляется. Вот карточка вставляется. Сюда можно пару штук закинуть. Даже можно больше. Три. Кожа тянется. И купюры. Вот сюда. Отдел для купюр. Оно очень компактное. Но в то же время вместительная такая портмонешечка. Вот, мне очень нравится такая моделька, простенькая, со вкусом. Доступ к купюрам, доступ к картам и негабаритная. Обращайтесь, Владимир Клушин, любые изделия из натуральной кожи высокого качества, обращайтесь.